Таранэ Гасымова перешла на работу в Видновский перинатальный центр относительно недавно, 3 месяца назад. До этого работал в Москве. Для нее главным побудительным мотивом к смене работы стал географический. Узнала я от коллег, которые здесь работают у нас, то, что здесь тоже есть вакантные места. Ну, мне себе просто, если честно, ближе, рядом с домом. Я не жалею, да, здесь все хорошо, коллектив хороший, руководство хорошее у нас здесь. Чинара Мамедова работает в Видновском перинатальном центре 3 года. Вдохновившись именно ее рассказами об организации, в женскую консультацию центра перешли работать несколько врачей. У меня большое окружение знакомых, и поэтому рекомендовала организацию нашу. Они вот тут живут поблизости, и условия у нас хорошие для работы. Одна у меня доктор из студенческих времен, а вторая как подруга. С начала года в Московской области работает для медиков программа «Приведи друга». Благодаря ей в медицинские учреждения муниципалитета устроились работать 127 врачей. Те, кто привел коллег, получают денежные вознаграждения. Впрочем, выигрывают все. По программе «Приведи друга» в наше учреждение пришли 3 замечательных акушера-гинеколога, которые до этого работали в городе Москва. У нас не просто женская консультация, у нас еще при женской консультации есть дневной стационар, который позволяет повышать свои навыки, учиться чему-то более сложному. Действительно, Видновский перинатальный центр является одним из ведущих лечебных учреждений России, а потому еще одна причина, по которой врачи с удовольствием сменили место работы – передовые технологии, применяемые здесь. Уровень профессиональной подготовки коллег, естественно, меня заинтересовало. И для получения новых знаний, опытов я решила сюда устроиться. Участник программы «Приведи друга» получает премию в размере 1 оклада привлеченного им специалиста. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.